Всем привет! Вы любите селедочку? Вот она какая вкусная! Ее прям хочется языком облизать всю. Прям вообще. А. Вкусная селедочка, да? Любите? Я знаю, любите. У вас прям слюнки потекли. Какая вкусная селедочка, да? Ну, прям, прям в магазине подходишь и прям хочется ее облизать. Сочная в масле вся. Вот. Хорошая. Сейчас будем пробовать такие вот селедочки, но я сам селедочку на самом деле не люблю, поэтому я сейчас на нее буду делать обзор, буду ее пробовать. Вот, вы-то наверняка любите, вот, а я вас так типа соблазняю. Вот, короче, я селедку сам не люблю, но у нас, почему я решил сделать обзор, потому что у нас на вот этой селедке были скидки. Так она стоит 80 рублей, а со скидкой она стоила 60 рублей. Вот. Поэтому я решил взять две на пробу. Вот. У меня мама особенно любит селедку. И она, конечно, так не делает, как я. Вот. Тупо язычком. Вот. Короче, наслаждайтесь этим красивым видом. И я вам сейчас расскажу немножко. Короче, я селедку ел только, ну, только на Новый год, когда мы там стол накрываем. Вот. Я больше всего люблю селедку с картошкой. С отварной картошкой или с картошкой пюре и с луком. Вот, вот это я люблю. Просто так и селедка не люблю. Вот. Как видите, у нас тут, значит, вот. Первое. В белом вине. О! Вино я, кстати, тоже не люблю. Я только пил красное вино. Я, кстати, белое тоже пробовал, но мне красное больше понравилось. Тут у нас сельдь в белом вине, но сельдь в красном вине я как раз ел на Новый год. Вот. И мне совершенно не нравится. Вот. Сама селедка, она хорошая. Но вот это вот красное вино, оно, красный винный соус, в котором селедка, он очень противный и очень вкус противный делает. То есть, и мне нравится, например, есть салат селедка под шубой. Там селедка. Вот. Вот это вкусно. Но сельдь в красном вине, вот то, что мы на Новый год в основном едим, и тоже сейчас вот ели на Новый год, это ужас просто. Противная фигня. И я решил купить на пробу в белом вине. Вот в белом вине я еще ни разу не пробовал. Так что мы с вами попробуем сейчас в белом вине. Это будет в первую очередь. А потом также попробуем просто, написано просто сельдь в масле. Вот. Но надо сказать то, что когда сельдь в масле, то тут, по идее, должна быть сама селедка без всяких добавок. Но если, например, селедка в белом вине, то там, короче, добавки, там типа белый винный соус. А если она в красном вине, то там красный винный соус. Но я говорю, красный соус очень противный. Вот. А белый должен быть вкусный. Вот. Тут даже вот написано. Вот состав. Филе, винный уксус и вино белое. Вот. А здесь написано филе, сельдь, масло растительное. Вот. То есть тут никакого винного уксуса нету. Вот. А в белом вине там красный винный уксус. Вот красный, я говорю, противная полная фигня. Вот. Значит, давайте сначала мы откроем вот это, попробуем с вами. Вот. Я тут себе уже за кадром приготовил хлебушек. Вот, ну, открывается она, в принципе, вроде легко. Вот. Вот, вот так вот потянул. И тут сразу образовалась дырочка. Вот. Так что я вот или селедку под шубой и салат, или сельдь с картошечкой и с лучком. Вот. А вот так вот, чтобы просто так селедку, вот этих всех соусов я вот не люблю. Вот. Вот я аккуратно ее так вот открою. Сразу, наверное, нужно отодрать всю, да, полностью эту вот штуку, чтобы она нам не мешалась. И мы будем... Вот она легко, кстати, отходит. Просто я так медленно, аккуратно снимаю, потому что если я... Во! Я боюсь, если я ее сильно дерну, то соус этот весь разольется. Вот. Дайте-ка я понюхаю. Ну, по запаху, в принципе, селедка как селедка. Хм. То есть, вот так, я говорю, та красная
с красным вином, она противная. Вот. И мы каждый раз ее на Новый год едим, и я ее вкус очень хорошо знаю. Вот. А это белое, я ее никогда не пробовал, даже на Новый год никогда. Поэтому я сейчас первый. Ну, по первому впечатлению, как бы селедка как селедка. Вот. Теперь я возьму вилочку и попробую. У меня тут за кадром еще есть хлеб белый и черный. Вот. Сейчас я возьму кусочек, откуда бы взять. Давайте сбоку возьмем. Вот. Возьму кусочек отсюда. Попробую сначала с красным вином. Вот тут с белым хлебом, а потом с черным. Вот. Ну, видите, кусок какой-то неровный, что ли. То есть, с одной стороны там мало, с другой стороны много. Какой-то кусок странный. Вот я сейчас вот откушу с той стороны, где большой вот этот кусок. И сразу хлебушком заем. Черным. Селёдочка с черным хлебом лучше идет, чем с белым. Свою жующую рожу на камеру не особо хочу показывать. Ну, я раньше снимал, когда видео я всегда показывал, ел на камеру. Вот, а потом я перестал, что-то мне как-то не хочется, на самом деле. Ну, я не бритый, блядь, не расчесанный. Кому приятно будет смотреть на это дерьмо? Лучше посмотрите на вкусную селедочку. В общем, по первым впечатлениям, мне, в принципе, достаточно положительные впечатления. То есть, вот я помню, что в красном винном соусе она противная. Вот. А это, наоборот, не противная, а приятная. Хорошая, приятная селедочка солененькая. Да. Хорошая, приятная селедка. Кстати, надо сказать то, что я вот сейчас вот попробовал, я закусил белым хлебом и черным. Вот эта вот селедка в белом винном соусе вкуснее всего закусывается белым хлебом. Вот. То есть, если селедка простая, как вот я говорю, с картошечкой и с лучком, или селедка под шубой, салат, то это я всегда с черным хлебом ем. Мне очень нравится. Именно с черным. Но вот эта сельдь в белом винном соусе, именно с белым хлебом. Очень вкусно. Из 10 баллов я ставлю 8. 2 балла я снимаю, потому что она чересчур соленая. Вот этот меридиан. Вот. Очень соленая. Прям очень сильно. Вот. Поэтому я все-таки 2 балла сниму. Но так достаточно вкусно. Вот. Хоть я говорю, я не любитель селедочки, но вот это прям вот вкус, такой хороший вкус и душистая такая. Вот. В белом винном соусе. Теперь давайте попробуем просто в масле. Интересен мне вкус селедочки вот этой. Кстати, я сейчас вот когда видео остановил, сейчас вот запустил, совмещу вместе в одно, я ту селедочку доел, а эта у меня лежала в холодильнике. Вот, то есть она холодненькая. Ту я съел, и сейчас я эту открою. Вот. То есть она у меня еще полежала. Вот, побольше поморозится в холодильнике. Вот. Давайте ее сейчас вот так вот откроем. Видите, уже маслица там уже полилось. У меня моя вилка. О, вот такая вот. Сейчас откроем. Аккуратненько. Знаете, некоторые такие банки можно себе пальцы порезать, когда ты их открываешь. Поэтому я вот так вот аккуратно буду. Наверное, вот так надо, вот. Потому что если ты пальцами держишь за эту сторону, крышка так вот как раз открывается, и можно порезаться. Вот. А я буду вот так вот. Вот она полежала в холодильнике. Во! Все, легко. Видите, слегка поднялась. Сейчас на свет посмотрим. Опять же, крышку снимем. Она на самом деле легко отходит, просто я делаю ее аккуратно, чтобы случайно не дернуть и не пролить. Вот. Так, в принципе, она
Очень легко снимается, никаких у меня затруднений не возникает при открытии. Так, и я снял крышку, и у меня все руки в масле. Но тут есть салфетка, я сейчас вытру. А салфетку сейчас вытру руки. Масло прям полилось. Вот. Видите, по-моему, она на вид посимпатичнее, чем та была. Или мне кажется так, не знаю. Вот. Тут у нас маслица. Вот, ну-ка запах понюхаю. Ну, запах, в принципе, запах обычной селедки. В принципе, тут ничего особого-то нету. Вот. Ну, давайте я брал с краешку. Давайте я на этот раз возьму вот эту вот. Опять же, я так аккуратно беру, что, блин, не про... Ну, масло просто жирное. Вот. Вот видите, тоже такая вот селедочка. С нее прям маслица так стекает аппетитно. Вот, видите, да, капелька капает. Вот. Давайте я сейчас попробую. Прям сразу целиком всю возьму, сразу. Тоже. Как и в случае с той селедкой. Очень соленая она. Ну прям очень. На хлебом сейчас заесть. Очень соленая. Я черным хлебом заел, и он сразу вот соль убирает. Вот, ну конечно, понятно, что нужно есть с хлебом, лучше с пивком. Вот, но у меня квас. Вот, я не пиво пью, а квас. У меня безалкогольное пиво есть и безалкогольный квас. Вот. В принципе, мне на самом деле та селедка понравилась больше в белом вине. У нее вот из-за того, что там белое вино, вот этот соус, более такой необычный какой-то, более душистый вкус. И плюс, вот, она очень соленая. Ну, а соленая это минус на самом деле, вот. Но тут, то есть как бы в сельдь в белом вине, там чувствуется необычный вкус. Тут никакого необычного вкуса нету. Обычная соленая селедка. Это и бы я поставил 3 балла из 10. 3 балла за то, что очень много соли. Если бы соли так много не было, можно бы поставить и 5 было, и 6 даже. Да. Но больше шестерки, ну даже нет, 5. Больше пятерки я бы ей не поставил. Вот. 5 это максимум. Но так как она очень соленая, то я еще снижу. В итоге 3 балла. Так что та сельдь в белом вине намного лучше. Ее я вам бы порекомендовал. В красном вине я уже говорю как-то не особо. Она для меня противная, вот. А это обычная в масле, она очень соленая, никакого дополнительного вкуса. Так что лучше в белом вине. Вот. На этом я закончу видео. Всем приятного аппетита, всего хорошего. И все, что еще сказать. Счастливо. Сейчас с хлебушком дальше буду есть. Пока.